Добрый день, друзья! С вами дизайнер декора Алиса, дизайнер хоум-стейджинга, ваш дизайнер астрологии дома. И сегодня у нас с вами тема Венера. Многие этого ждали, потому что Венера – это символ любви, союза, счастливой семьи, гармонии. А давайте я вам расскажу, как это прямо вот по ощущениям. Венера – это радость и свадьба. Венера – это бабочки и радуга. Венера – это младенцы, котята, щенята. Я, конечно, завтра иду на маникюр, но ты прекращай. А Венера – это цветы и цветущие яблони. А, это сладости и ароматы. Это танцы и песни, это поэзия и искусство. Есть замечательное стихотворение. Вот опять окно, где опять не спят. Может, пьют вино, может, так сидят. Или просто рук не разнимут двое. В каждом доме, друг, есть окно такое. Это красивые стихи Марины Цветаевой. А ведь Марина Цветаева у нас есть Венера. Теперь давайте про самое важное, то, что касается вашего дома. Венера по Васту, по гармонизации пространства, по науке для миллионеров, миллиардеров, это юго-восток, поэтому именно юго-восток мы находим с помощью компаса или айфона, мы находим дома, и именно там размещаем композицию Венеры. Это то место, где откроются правильные возможности венерианского настроения. В астрологии Венера несет в себе женское начало, она отвечает за гармонию, красоту, любовь, брак, отношения. За искусство, ценности, хороший дом, хороший автомобиль, мебель и предметы роскоши. То, что мы любим, согласитесь. Любим себя этим окружать, фотографироваться на фоне этого, а лучше бы завести себе свой собственный уголок роскоши. Также Венера любит все украшения, драгоценность, блеском. В общем, глазируемся. Венера считают планетой, управляющей эстетическим вкусом людей. Эта планета дает любовь к определенному цвету и форме. Венера отвечает за любовь к музыке и за наличие слуха. Для гороскопа эта планета покровитель для весов и тельцов. Поэтому смотрите. И по нумерологии это для тех, у кого дом 6 или в сумме чисел 6. Смотрите, для тех, кто хочет, чтобы его дом работал на него и заряжал его правильно, то для тех, у кого дом номер 6, именно центральное место важнее, чтобы вы оформили стилистики Венеры. А я вам рассказала про бабочек, радугу. Важно, чтобы ваша гостиная отражала правильно настроение, цифры, которую несет ваш дом. И для тех, кто хочет усилить качество, которое несет в себе Венера по астрологии, а она светит каждому в разной такой степени, и если вы действительно хотите открыть гармонию, брак, отношения, крепкую семью счастливую с множеством детей бегающих счастливых, и, может быть, щеняток, котяток, цветущий сад ваш, то, конечно, вам нужно открывать зону юго-восток и правильно ее оформить. И усилить себя, если вы весы и телец, и вы эти качества считаете важными, пожалуйста, усиливаем себя правильной композицией, про которую мы расскажем завтра в нашей программе, в следующий четверг. Потому что по гармонизации пространства Венера отвечает за то место, юго-восток, которое отвечает за женское счастье, за творчество, рисование и правильное питание. Мы с нашей командой подготовим для вас две Венеры, и вы сможете выбрать то, что подходит именно вам. Первая Венера называется «Венера с любовью», а
вторая Венера в джазе только девушки. Итак, сейчас мы с вами поедем ловить подсказки Венеры, подсказки любви, для того, чтобы создать потрясающее настроение интерьера. Это будет классно! Встречаемся с вами завтра в это же время на нашем канале. Звоните, пишите по вашим вопросам в WhatsApp. Для заказа звоните. С вами ваш дизайнер декора Олеся, дизайнер хомстейджинга. До новой встречи. Пока-пока. Увидимся завтра.